Приветствую тебя, дорогой друг. Ты знаешь такую игру, как Майнкрафт? Ну, конечно, ты знаешь. Они знают все. И никому еще не удавалось почти все ее возможности. Она, конечно, простая, все в ней квадратное, но в ней есть что-то такое, что очень похоже на реальную жизнь. Вот, поэтому, как бы, Майнкрафт — это очень классная игрушка, где ты можешь очень-очень многое. Но большинство серверов такого не позволяют. Я тебе показываю сервер Титанкрафт. У нас есть города, дома, в которых ты можешь купить себе квартиру. Любой дом ты можешь себе приобрести. Может быть полностью, может быть только одну квартиру в нем. Свою квартиру ты можешь обустроить как угодно. Снаружи мы повесим тебе табличку, а внутри уже делай что хочешь. Сюда ты можешь приглашать своих друзей, здесь вы можете бухать, спать. Ну, в общем, там уже что хотите. Вот, значит, также магазины у нас. То есть ты можешь прийти в магазин, купить его, вот, поставить там свои сундуки, таблички и торговать. Естественно, самые богатые люди имеют самые высокие привилегии, и они много чего могут. Вот. В общем, в целом, сервак у нас очень классный. Работают взрывы, огонь. Все очень под контролем, в общем. И также у нас есть свои плагины. То есть, все настроено, все нормально. Не просто какой-то а-ля-ля школа сервер. А нормальный сервак, на который ты заходишь, и здесь можешь делать, что хочешь, никто тебе мешать не будет. Вот, ты можешь строить себе хату. Очень крутую, конечно же, ресурсов дофига. Можешь охотиться, ловить рыбу. Вот, ну, конечно же, не все так просто, все-таки придется немножко напрячься. Тебе придется выковать свое оружие, чтобы защищать свой дом от врагов. Конечно, неизвестно, придут они или нет, но всегда нужно быть начеку. Тебе придется зарабатывать свои деньги. Ну, конечно, у нас есть как бы небольшие скидки там, то есть вы получаете печеньки постоянно, но рано или поздно печенье заканчивается, и вам придется добывать еду самому, потом ее хавать, ну, либо продавать, чтобы заработать денег, купить себе шмотку покруче. Да, конечно же, на вас рано или поздно нападут, и тогда вам придется защищаться. Конечно, если вы накупите хорошие шмотки, то вы сможете легко себя защитить. И я думаю, это будет очень круто, когда на вас будут нападать, а вы будете убивать врагов одного за другим. Можете копать в шахте. Вот, можете, конечно, бегать по миру и просто гасить крыс, которые пытаются от вас убежать. Это все очень круто, и все это вы найдете здесь. Нигде в интернете вы не найдете ничего подобного. Ведь только здесь есть особенный ресурс. Только здесь ты можешь купить себе квартиру, или у тебя здесь все есть для комфортной игры. Значит, несмотря на свои уникальности, зайти на сервер проще простого. Достаточно иметь всего лишь, ну, обычный Майнкрафт, версия 1.5.2. IP-адрес ты видишь на экране. Я желаю тебе удачи, в общем, всего-всего-всего. Заходи на сервер, и я думаю, тебе здесь обязательно понравится. Найдешь себе друзей, и, может быть, подружку, кстати, ладно. Это, в общем, уже как хочешь, сам заходи, все посмотри. Пока.